Здравствуйте, меня зовут Крутюкова Татьяна. В следующей лекции мы с вами обсудим порядок учета расходов прошлых лет, которые не были своевременно признаны при исчислении налога на прибыль. Вопрос: нужно ли сдавать уточненную декларацию или можно править текущую налоговую базу? Имеет ли значение, какой финансовый результат был в том периоде, к которому относятся эти расходы? Все это вы узнаете в нашей лекции. Смотрите на видео «Консультант».